знаем законы Хануки. То, что не надлик хелек минорат шемен, ве хелек механерот бешаава. בלילות החידור. אלא ישווה, ונרוד ונדליק את כל הנרות, או בשמן או בשעבה. Когда человек зажигает ханукальные свечи, это правильно зажигать одним топливом. То есть не нужно сделать половина масла, а половина свечи. Нужно либо за все зажечь маслом, либо все зажечь свечами. Микол маком, же шемен зайд бейокер. יכולים ללקר את החיוב לבד בשמן זית, ונערות אנחנו משאר שמנים. Но написано, если оливковое масло, оно очень дорогое, то тогда вот в ту ночь, которую зажигают, о которой бараха говорим, тут одна вообще свеча самая главная там, на которую бараха говорим, нужно его зажигать оливковым маслом, а остальное можно простым маслом, другими маслами зажигать. Но обратно-таки, когда это дорого, но у нас сегодня оливковое масло и другое масло, в принципе, та же самая цена примерно. И БАДО, то есть и разницы нету такой большой, что если ты вот сильно сэкономил, если взял другое масло. ВИМ БАДО СЕКА БАДЛЕКАТ НЕРОД ШАВА БРОНД МОКОДОНЕ ЗОМОЛО ШЕМЕН АФАЛ ПИ ШИТХИЛ КЦАТ МИ БМИЦВА ЯНЕРА ШАВА ВЕРЛИК БАШЕМЕН. Если он уже, человек уже поставил вот эти ханукальные свечи именно, из свечи, и у него, когда начал зажигать ханукальные свечи, свечами, и вдруг ему приносят масло оливковое. Написано, должен свечи оставить в покое и зажечь именно маслом, потому что мицва сама является маслом. Баруха Адонай, Олам, Амин, Амин.